Как часто ты читаешь? Ну, практически каждый день. Какая у тебя самая любимая книга? Самая любимая моя книга про волшебные сказки. А сейчас какую ты книгу читаешь на данный момент? Сейчас я читаю книгу про волшебную фею. А чем она тебя заинтересовала? Тем, что в лесу пошел дождь, и фея помогла зверям, которые промокли. Что бы ты предложила прочитать? Я бы предложила прочитать «Гулливера». Он очень интересный, я его читала. Моя любимая книга «От колеса до робота». Она любимая моя, потому что тут она рассказывает про как создавались технологии и много чего-то еще. Какую бы ты книгу порекомендовала прочитать? Я бы порекомендовала книгу «От колеса до робота». Я читаю часто, я читаю всю неделю. Какую книгу ты сейчас читаешь? Сейчас я читаю книгу о живой природе. Она меня заинтересовала тем, что там есть много удивительных животных, и мне больше всего понравилось про землю. Какую бы ты книгу порекомендовала прочитать? Мифология. Я читаю почти каждый день. Какую книгу ты сейчас читаешь? Я недавно читал «Приключения электроника». Чем она тебя заинтересовала? Ну, и он хочет стать человеком. Это было интересно. Я читаю довольно-таки часто, много книг уже прочитал. Какая твоя любимая книга? Моя любимая книга – это «Пираты Карибского моря». А какую ты сейчас читаешь книгу? Ну, на данный момент я продолжаю ее читать. А чем она тебя заинтересовала? Она меня заинтересовала тем, что там много приключений, много захватывающего всего и просто фантастика. Какую ты бы книгу еще порекомендовал прочитать? Ну, я бы порекомендовал вам прочитать. Я читал «Том и Джерри. Детективы». Там про то, как они расследуют все там. В общем, как Шерлок Холмс. Я читаю 3 раза в неделю. Какую книгу ты сейчас читаешь? Я сейчас читаю «Том и Сойер». Чем она тебя заинтересовала? Она меня заинтересовала приключениями. Там есть такие моменты, очень настораживающие, и мне очень интересно про них узнавать. Какая твоя любимая книга? Ну, на данный момент пока что «Том и Сойер». Я читаю каждый день, как 2 книжки в день, это минимум. Какая твоя любимая книга? «Пеппиный чулок». Она такая хорошенькая. «Пеппиный чулок», она веселая, развивающая, интересная. Она, как сказать, она очень-очень трудолюбивая, любит своих друзей и любит повеселиться, попрыгать и поболтать. А какую ты сейчас читаешь книгу? Я сейчас читаю книгу «Алиса в зазеркалье». Как часто ты читаешь? Ну, не так часто, но я читаю. Какую книгу ты сейчас читаешь? Я читаю «Вечерние рассказы». Там пишется про разные интересные рассказы. Например, про землетрясение, которое случилось на окраине города. Я читаю каждый вечер книгу «Алиса в стране чудес». Мне она очень нравится, там много приключений и все такое. Моя любимая книга вышла на украинском. «Украинские народные казки». Там очень много сказок, и я их читаю. Я их читал, конечно. Сейчас не читаю, сейчас уже читаю «Алиса в стране чудес». Довольно часто я читаю разные книги. Какую книгу ты сейчас читаешь? Сейчас я читаю книгу под названием «Гарри Поттер и философский камень». Чем она тебя заинтересовала? Она заинтересовала меня тем, потому что она очень интересная. В ней очень много интересного. Но фантастика. Очень интересная.